Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Smarty Tail 2D. Да-да, не удивляйтесь, это снова Smarty Tail. Вот хоть мы ее полностью прошли, но вышло обновление, появился новый режим герой. Вот, и здесь обновили босса Леди Виолет. Вот, и мы сейчас его перепройдем. Вот, ну решил на запись, да? Так, это сделать, я думаю, будет интересно, как его пройти. Вот, ну что тут, пока все. Так, ага. Лазеры пошли. Лазеры — это фигня. Так. Что еще у тебя в загашнике? Метеоритный дождь. Ну, такое, такое. Я думаю, мы ее сейчас расфигачим. Она тут особой опасности не несет. Вот, обновились эти мобики. Вот. Блин, одну хпшку потратил. Обновились мобики. Вот, теперь они немного по-другому действуют. Ну, на сложности герой, по крайней мере, на других не знаю, как оно. Наверное, на других все так же. Вот. Ну, то я решил не записывать. Вот, потому что там особых изменений не было. А тут, конечно, целый босс вот, изменился. Его я решил взять. Вот, и самое главное, наверное, изменение теперь на сложности герой. Вот, даются определенное количество жизней. И, собственно, не проходишь на этом числе жизни, начинаешь уровень сначала. Не просто экран, да, как это было раньше. Вот, а весь уровень. Вот, поэтому я изрядно попотел, пока мучился на героя. Ничего, нормально. Нормально сейчас затащим, босс вообще изичный по сравнению уровнями. О, ништяк. Обошли все ее лазеры. Так. Давай не дури. Слушайте, ну КПшки у нее дофига. Я вот не знаю, больше ли КП, чем у прежней версии, но... Но она достаточно живучая, гадина. Так, ага. Лазеры пошли. Не прекращаем. Не прекращаем стрелять. Да. Ага. Когда она уже сдохнет, блин? Что она какая-то? Ага. Ага. Так. Спокойно. Фигачим. Вон она уже мигает. Ой, а, нормально. Я не заметил. Какие нам эти нельзя вставать. Она уже мигать начала. Она сейчас подохнет. Подохнет, гадина, блин. 3 хпшки. Ага, ага. Так, отходим. Отходим. Во. Поливок. Ну давай подыхай уже там. Эй! Еще одну жизнь сняла. Не, ну ты сволочь. Так, ну мы должны ее за это вот. О, все, ребята. Мы с вами затащили. Так, продолжаем. Так и чё? Как продолжить дальше? Не понял. Эй. Игра. Ёптить. Давай мне следующий экран воспроизведи. Ты чего? А, поуговорить. Ну, точно. Ну, ой, прости меня. Да. Это мы все читали с вами, вот. Ну, давайте. Ой. Что-то все повисло как-то. А, вот, нормально. Отвисло, я уже думал.
Прикиньте, игра бы зависла, сейчас бы боссы перепроходили. Вот это, конечно, да. Вот, я, кстати, говорил, что касается этих вот звездочек. Ребят, я собрал все звезды, я просто не знал, ну, как, каким образом будет обновленный босс. Вот, я просто знал, что тут как бы босса обновили. Вот, но я думаю, может быть дополнительный, может быть он откроется как-то, если там еще все звезды собрать. Вот, может после дополнительного этого бонусного уровня его как-то нужно будет проходить, этого босса. А это была просто обновленная Леди Виолет, поэтому... Вот, поэтому те, кто будут перепроходить, в принципе, звезды собирать не обязательно, но если соберете, у вас откроется бонусный уровень. Кстати, прохождение бонусного уровня есть на канале. Вот, в плейлисте. Ссылочка на плейлист есть в описании. Так, ну это, в принципе, все можно пропустить, я думаю, да? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, идеальная концовочка. Ну, можно было на любую проходить, но я прошел на идеальную. Так. Так, продолжаем. А, бонус на этот. Я, кстати, вот эту часть просиренил, ребят, когда это, ну, записывал бонусный уровень. Вот этот момент, я его, ну, я его то ли не записал, то ли удалил случайно. Давайте его пройдем. Вот, на запись. Тоже. Пускай он у меня будет, в конце концов. Так, одна жизнь, блин. Фиглова. Ай! Фак. Ну мы откуда... А, мы нормально, мы с этого же момента начали. Я просто думал, сейчас хоп, проходи босса заново. Было бы забавно, конечно. Ну ладно. Вот, ладненько, друзья, давайте тогда на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик. Ссылочка есть в описании, ссылка на плейлист данной игры, также на остальные плейлисты будет в описании. Ну а с вами был Чумной Психиатр. Всем до встречи в следующей серии. Ну, я уже не буду этот уровень проходить, вот, вы его видели. Всем до встречи, всем пока.